Всем здорова, дорогие друзья, всем зрителям и подписчикам моего канала. С вами я, Шериф Маршал, и добро пожаловать на мое новое видео. И сегодня мы будем пробовать мою новую рубрику на канале под названием «Постройки блоков в больших размерах». Вы, наверное, сейчас ничего не поняли, но я вам сейчас потихонечку все объясню. А пока мы приступаем к ролику. Погнали! Для начала я вам сейчас объясню тему данной рубрики. В общем, как вы видите, у нас в инвентаре очень много блоков. Вот назовем вот самый вот известный вот блок, который мы все видели в Майнкрафте, верстак. Вот ничем не примечательный обычный блок. А вот представьте, вот точно такой же вот с текстурой блок в больших размерах. И да, сегодня мы будем делать что-то подобное, наподобие это. Мы будем строить блоки в размерах гигантских. Сегодня мы построим два блока. Это верстак и печка. Вот эта вот печка вот. Это будет, наверное, трудненько, но я все равно попробую. Строить я буду чуть-чуть напряженки, потому что я хочу уложиться в видео. Ну ладно, первым у нас блоком будет верстак. Ну что же, начинаем. Для постройки верстака нам, во-первых, пригодится что? У всех блоков по несколько пикселей. Для начала меч возьму, чтобы, если что, не сломать ничего. Потому что я люблю это делать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. У каждого блока 16 пикселей. А это значит 16 на 16 блоков. И что же, начинаем. Для начала нам пригодится черный бетон. На эти моды не обращайте внимания. Я потом вам расскажу, зачем я их установил сюда. Так, где у меня бетоны? Вот. Берем черный бетон. И там какой еще бетон нужен? Ну и белый и серый бетон. Белый, серый, ну и коричневый возьмем. Блин, коричневый возьмем для потом объяснить. И, конечно же, возьмем, давайте, вот этот вот блок и вот этот вот. И что же, вроде бы я все нужное взял. Так, подождите. Печку все же придется пока что подвинуть. Ну, понятно. Ладно, давайте начинаем уже строить. Во-первых, мы берем и строим тут вот так вот. Раз. Так, какая высота? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, 15, 16. Мы на высоте 20, а тут высота 4. 20 минус 4 равняется 16. И уху, мы справились. Теперь отступаем тут еще 16 блоков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Так, какая тут координата? Тут координата 16. А там координата должна быть вроде бы... Тут координата минус 1. Минус 1, а тут координата минус 16. Ну вот тут вот. Значит, начинаем вот тут вот стройку. Мы делаем, добавляем сюда, во-первых, еще один блок. И... Блин. И начинаем вот тут вот их закреплять. Вы не обращайте внимания, если я буду молчать в каких-то этапах. Ну что ж, тут должно быть ровно 14. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Пятнадцать? В смысле? Подождите. Кажется, я или переборщил. В общем, друзья, я и вправду переборщил. Я сейчас 40 раз все посчитал. И выяснилось, что да, я переборщил. Это плохо очень. И
Мы все чистим. Все отлично. Теперь мы что делаем? Мы... Так, с какой стороны бы начнем? Ладно, с этой давайте. Нам нужно выбрать середину. А середина у нас начинается... Ну, где-то раз, два, три, четыре, пять... Подождите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На восьмом блоке от этого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В восьмом блоке начинаем вот эту штуку вот делать. Вот, правильно? Посередине же ровно. Если тут восемь, то все правильно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Значит, середина вот тут вот где-то. Раз, два, три, четыре, пять. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Не, ну вы издеваетесь. Подождите, сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14, 15, 16. Да, все правильно, вы чё? Ой. Ждите, я сейчас тут все пересчитаю опять за кадром, и мы с вами продолжим. Так, с... А, да, все правильно, чё я нублю? Так, давайте посмотрим еще раз на верстак и... И... Окей, понятно. Взмываем вверх. Кстати, нам еще кое-что пригодится тут. Кое-что нам пригодится еще также вот это вот. Потом объясню, для чего. Еще мы залезаем. Так, ставим. Так, поставили. Спрыгиваем сюда. И продолжаем стройку. Так. Все. И заканчиваем вот тут вот. Потом что мы делаем? Потом я сейчас спущусь к верстаку. Нам надо... Окей. Нам, значит, надо делать вот такую вот штуку. Вот. И вот с этой стороны что-то тоже вот такое вот. Да, правильно? Я же ничего опять не накосячил. Да, я не накосячил. Или накосячил. Нет, не накосячил. Все, ну, фух. Так, теперь через каждые... Три блока нам придется кое-что выставлять. Отлично. Мы берем вот эту вот бетонку. Берем вот этот вот бетон. Вот. И желательно... Нет, не этот нам нужен. Нам... Ладно, возьму... Так уж и есть пошло. Доски. Я возьму эту доску и еловую доску. Так, вместо меча давайте поставим. Что же мы делаем? Мы еловые доски тут вот так вот простраиваем. И с этой стороны то же самое делаем. И добавляем вот тут вот такую вот окантовочку. Я же правильно все сделал, да? Да, все правильно сделал. И потом мы берем вот эту вот доску и завышаем его. Раз, два, три. У меня, наверное, не получится... Еще и печку сегодня поставить. Поэтому только верстак поставим. Если вы наберете очень много лайков, то хотя бы 5 лайков или... Ладно, 4 лайка давайте, то я продолжу эту рубрику. Так, тут ломаем. Нет. Так. И что же у нас получается уже тихо-тихо, то, что на верстак когда-то будет похоже. У меня появилась идея. Давайте я для начала сделаю вот что. Я тут возьму, так, три блока. Так, три блока. Тут ломаем. Потом повышаем еще три блока. И тут ломаем. Тут везде мы выставляем. По несколько блоков, блин. Тут вообще лишнее поставил. Ладно, давайте, когда я заполню все стены, я с вами продолжу. Не прошло и дня, как я наконец-таки это закончил. У меня аж даже уже телефон разрядился, пока я это строил. Ну, телефон, планшет.
Сегодня я уже, как видите, закончил. Я даже сегодня уже говорю, потому что я реально уже это долго делал. Серьезно. Остались только последние штрихи. Как видите, вот я уже почти что закончил данный верстак. И что же, уже печку я не успею построить, потому что я изначально очень сильно затупил, извиняюсь. Я кучу раз переписал кучу... Извините, кучу штук, и из-за этого все происходило очень долго и медленно. Так сказать, там верстак наш. Они тут такого же цвета, да. Ну и что же, мы закончили верстак. Нет, шучу, мы еще не закончили. Нам, во-первых, тут надо вот эти вот стойки вернуть. Что-то у меня подрошилось горло чуть-чуть. Нам осталось только пила и ножницы. Давай, там молоточки вот эти вот по краям. Извините, пожалуйста, то, что я кашляю прямо в камеру. Просто у меня это... кашлять начал. Не знаю почему. Ну ладно. Сейчас заканчиваем. Так, так, так и так. Ну и все. Вот крыша верстака. Теперь осталось дело за малым. Мы берем эту вот штуку вот. И коричневый блок там. Там черный, коричневый нам хватит. Так. И что же мы делаем? Мы берем и отступаем одну. Так. Мне кажется. Да, я понял. Все. Мы делаем вот так вот. И вот так он. Я сейчас вот тоже вот тут вот молоточки вот слегка сделаю. Так, молоточек. И у него сколько там длина была? Это длина... Длина там была на... Ну там... Это... 4 блока. Так, так, так и... Так. И что же? Да, все правильно. Теперь я сделаю пилу. Она тут делается уже посложнее. Такс. Все, с меня хватит. Мне уже надоело то спускаться, то подниматься. Я сейчас возьму верстак с собой. Так сказать, там у меня. Вот. Блин. Вы издеваетесь? Не, ну вы издеваетесь, вы серьезно? Так, сейчас посмотрим, давайте. Пила, значит, она тут рукоятка. Такая вот на последнем, вот после двоих блоков. Текс, текс. Текс, текс. И что же мы делаем? Мы добавляем вот так же вот тут вот серые блоки. И там это что? Ну что же, да, почти закончили. Осталось мало. Итак, мы тут делаем пилку. И продлеваем их вот так. Так, так. И все, вот и пилка. Ну что же, вот вам и верстак. Как бы он еще не закончен. Остался последний штрих. Это ножницы. Они вот где-то вот. Это не где-то касается, значит, тут. Тут. И понятно, в общем. Так быстро сказал, прикольно аж. Так, берем, ставим тут вот так вот два блока. Потом берем белый блок и ставим их вот так вот. Так, ставим это что дальше. Потом мы берем и ставим сюда вот это вот. И коричневые их вот по этим сторонам.
Все, сейчас я доделаю в остальных, и мы опять-таки продолжим. В общем, друзья, вот такой у нас получился верстачок. В принципе, он нормальных размеров таки. Вы, наверное, за этот верстак поставьте лайк и подпишитесь на канал. На канал обязательно. В следующем выпуске я постараюсь сделать печку. Ну ладно, всем пока-пока.